Здоровенькие были подписчики Мопеда Раритетовича, и это 19-й выпуск видеоряда «Перекличка». Посвящен он будет, как вы заметили, Риге 16Э. Экспортный вариант Риги 16, выпускаемый с 1977 года по 1981-82, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, эксперты меня поправят. Да, это экспортная Рига 16. Не 12-я экспортная. Первое, что отличает ее от 12-ки, это крепление заднего фонаря, удлиненное сиденье, отверстие под воздушный фильтр. Вот здесь находились подножки. Если есть подножки, это значит двигатель Ш-58. Передняя вилка под высокий руль с специальными хромированными креплениями. Ну а все остальное в целом там и понемногу Рига 12 сходная. В частности бак, который ставился на юниоры, и остальные запчасти. Да, данный скелет оснащался двигателем Ш-58, глушителем впуска. Двигатель рабочим объемом до 50 сантиметров кубических, развивал скорость до 45 км в час, которая была ограничена передаточными числами и маленькими 16-дюймовыми колесами с шинами размером 2,50 на 16. Передняя вилка была телескопического пружинного типа, задняя маятниковая с пружинными амортизаторами. На эти амортизаторы не смотрите, это гидравлика, это с другого какого-то мотоцикла, я их буду снимать, продавать, если кому понадобится, кто их опознал, пишите в личку, отдам. Это там по очень символической цене. Рама все тоже напоминала Ригу 4, но слегка доработанную. К сожалению, с Риги 12 на раме перестали дублировать номер заводской, и поэтому год выпуска этого мопеда я не узнаю, так как шильдики и все остальные прочие элементы, по которым можно было что-то опознать, отсутствуют. Задняя часть капотного типа, как на автомобилях, не крепилось крыло. Про колеса я сказал. На 32 спицы. Квадратный бак. Редкий и ценный квадратный бак, который ставился исключительно для экспортных моделей. На наших отечественных бак был в виде капельки. Как попал этот мопед? Попал случайно, благодаря моему знакомому очень хорошему, который мне очень сильно помог с коллекцией. В 2014 году я вот у него выкупил эту раму, там, по-моему, за очень символический день, по-моему, 350 гривен, брать не буду, не помню уже. И из юбилейного привез сюда, ко мне в гараж. Брал чисто из-за этой рамы, из-за бака. На раме предусмотрен контейнер только под этот бак. Если брать обычную 16-ю раму, там придется доваривать куча всяких деталюк. По техсостоянию, как вы видите, это скелет. Двигателя нет, колес нет, цепей нет, амортизаторов нет. Руль навалом лежит, хотя крепление где-то у меня лежит для него. Цвет не родной, 300 раз перекрашенный под хаки. Тут были такие колхозные большие багажники, весили они где-то 20 кг, я их просто сдал на металлолом, потому что оно мне не надо было и лишнее тянуть. Просто по пути, когда тянул эту раму на своем велосипеде из юбилейного. Что планируется по этому мопеду? У меня две Риги 16, вот одна чисто наша и одна экспортная. Восстановить их будет, и будет это своеобразное, вернее, как типа челлендж 16-х Риг. Экспортная против нашей отечественной. Я планирую найти именно движок Ш-58 с буковкой S. Не Ш, а S именно, чтобы прям совсем вот экспортная и до конца. Электрооборудование было 6-вольтовое, маховичковое тоже за зажигание еще, вот, Ш-57 оставалось еще на этом мопеде. Хотя в некоторых экземплярах указывалось, что вроде как ставили электронику, но это скорее всего опечатка в интернетовских статьях. Ну а больше по этому скелету я сказать ничего не могу. Ждите серию по более полной и комплектной Риге 16 для отечественного рынка. Спасибо всем за внимание, всем пока.